что мама? Тут есть вот такие вот две черточки, и там увеличивается. Это запись уже идет? Ну да. Ну так а там же время еще должно идти. Я на времени не вижу. Ты серьезно? Да. Да ладно, наверху тебе, мама, что идет? Давай анонс. Анонс, то бишь, что ты мне еще будешь вставлять тут? Да. Не шуми. Видео будет про то, как я буду, наверное, угадывать, да? Или да. Не угадывать. Я не знаю, я хреново угадываю. Мы по летнему видео поняли это. Угадывать суки. То есть мама понакупала тут там сколько суков? Ну, 7 или 8, наверное. Где-то 7-8 соков. Сейчас разнесет тут кухню. Ну ладно, останемся без кухни, но зато с видео. Я буду сейчас пытаться угадывать. То есть вот, как вот выглядит, грубо говоря. То есть я ни хрена не вижу. Я слепая. Это что за гадость? Ну, вкусненько. И ты просто, если что, держишь и подновлю. А тут один вкус или два вот в этом? Я не могу тебе сказать, потому что я разные брала вкусы. И вот ты попробуй угадать, какие у тебя варианты. Ну, мне кажется, тут что-то с персиком может быть. Вообще знаешь, что тут есть? Или ты не смотрела? Вообще я знаю. Давай я посмотрю. Сколько у тебя вариантов попыток? Сколько угодно. Я думаю, что это персик, ну явно там. Ну, чувствую тут какой-то цвет. Нет. Как? Это садочек? Или другой какой-то бренд? Другой какой-то. Блин, ну если тут несколько вкусов, то клубника, банан. Может быть. Что может есть? Может быть клубника, может быть банан. Так что, клубника или банан? Или то и другое? Ну, и то и другое. Это вообще мультифрукт? Да. Именно мультифрукт, а не мультивитамин? Витамин. Ну так я угадала. Ну так доставай и показывай. А, блин, это ну о чем такое странно? Мультифрукт, мама! Какая разница? Вообще-то есть разница. Еще такой вот сок. Трубочку меня там, мама, отстегивала. Нам хозяйство, я в соке. Обоссанная вся. Дай сюда ребенку. Ты будешь допивать? Я пить хочу. Это мой ужин будет. Ты пакет не забыла? Ой, блин, он уже обоссанный. Ну ладно. А пакет у нас из-под корма нашего животного. Это вообще просто пакет. Коту это не имеет. Да, ты же говорила, там, по-моему, это сушки для... Ну, сушка для яблок, но это обычно бумажный пакет. Я угадала. Мультифрукт. Так что отставляем в угадывание. А я рекламу посмотрю пока. Прошу. Мультивитамин, что ли? Нет. Клубника есть? Допустим. С яблоком? Да. Все? Или там есть еще вкус? Все. Я слушаю, я пошла. Я хочу. Это или я свинзов? Это я свинзов. Да? Просто не могу понять, откуда течет. Оно сверху могло. А, ну может. Когда дырку проделываю. Надо аккуратнее быть, мама. Кстати, а по поводу второго видео, когда? Может, на выходные. Значит, я и то, что сегодня снимала, тоже выставлю на выходные. Трей. Слушай, это что-то маленький садочек? Нет. Ты какая разница, ты хочешь по вкусу определить? Ну, это какой-то густой. Банан есть тут? Нету.
Но это более вкусненький. У тебя будет 8 этих. Ага, 8 соков. Да, всего 8. То есть нет, яблоко есть? Нет. Виноград? Нет. Клубника? Ты будешь все фрукты перебирать? Я просто вариантов нет. Вкус знакомый, но не гранатовый. Гранатовый не может быть с мякоть. Тут нету мякоти. Но ты же есть такой густой с мякотью. Без мякоти. Вот эти с мякотью были, а этот просто густой, вот как с бананы. Нет. Я люблю этот сок. Но мне уже понравился. Я не удивлена. Малина тут есть. Нет, такой фирмы сок ты не пила. Ну, по крайней мере, я не помню. А вкусы? Ну, возможно. Профанзотическое что-то или нет? Ну, у нас такое есть. В Украине? Да. Или вообще в этом мире? В Украине. В Украине? Блин, ну я не знаю, что это. Ну, если не знаешь, доставай. Все по-честному. Сейчас не ждать, чем будет. Персик, блин, вот первые разы я его шпарила, а теперь нет. Ты просто было. Такую, в общем-то, фирму я, по-моему, не покупала тебе. Ну да, это. Ну, чудо-чадо я, в принципе, знаю, но с 4 месяцев не может. Ну, кстати, тут, по-моему, знакомый тут бренд нарисован. Но я не угадала, поэтому оставляем неугаданные. Но пока что я угадываю больше. Да, мама? Походу, нам пакетик надо будет поменять скоро. Шуфы все, да? Ух ты! Вкусненько. Да? Малина есть? Нету. Банан? Нету. Персик? Нету. Мультивитамин? Нету. Блин, он реально густой. Клубника. Нет. Виноград? Нет. Яблоко. Не только. То есть яблоко еще что-то. Так, да. Хорошо, яблоко я уже отгадала. Еще могут в соки добавлять, а? Манго какой-то. Нет. Томатный какой-то сок. Кстати, я такой не. Я была. Ну, такого не было, томатного. Именно такого бренда? Вообще маленького. У нас есть дома. Но я не знаю. Сейчас. Морковь? Ты серьезно? Морковь. Ой, сколько у меня соков фильма будет. Ты еще с моря не допила. Ужас. В смысле с моря не допила? Пирожку не доела. А с бумажки упали. Все, зря я обрадовалась. Кстати, знаешь, что Ксюша посоветовала? Смешать все соки. Не смешай. Нет, спасибо. Я не хочу. Number 5, да? Ух ты, блин. Здесь будет кукулёк намного больше, чем. Нет. Ты вкусненькая. Ну, блин, зараза. Судя оно по... с киви, что ли? Нет. Судя по тебе, оно все вкусненькое. Блин, а что это так отдает, как киви? Вот попробуй. Я пробовала, нет, это не киви. Он отдает же в киви. Но тут никакой экзотики нет. Аудито. Яблоко? Да. Все? Все. Блин, оно кислое. Хоть что-то я угадала. Ну реально яблоко, оно же не всегда сладко. Мама, тут нарисовано зеленое яблоко, ну, поэтому оно не сладкое. Мне уже нравится эта игра.
палец хруст. Аккуратно, можно? Можно. Блин, он с мякотью. Мультивитамин. Нет. А ты уже все, да? Соки закончились? Нет, еще два. А, ну да. Ну это прям отдает. Персик тут есть? Да. И еще что-то яблоко. Ничего. Все, персик? Да. А, блин, уже у нас был персик. Ну, это разных. Ну да. Это разные персики. С разных деревьев. С разных стран, еще скажу. Ну да, это сик для малят, как бы. А это сик для... Не малят. Третьекурсников. А что я его сюда поставила, я их не отгадала. Кстати, надо было нечетное количество, мама. То что? А если сейчас один угадаю, один не угадаю, как я буду жить? Подожди, ты угадала ж персик. А, да? Ну ты же сама сказала, только что же персик. Ну да. Я сейчас соки продаю, значит, так выставила. Я свинья. Яблоко, виноград? Нет. Виноград? Нет. Клубника? Что еще? Яблоко? Нет. Малина? Нет. Морковка? Нет. Банан? Да. Морковка? Фу. Клубника, банан? Да. А что такое вкусное? О, нет! Я сказала, яблоко, виноград! Извините. Я этот вкус никогда не испытываю. Но в персик отдает все-таки, кстати. Может, ты водой это перебелить, и нормально? Не, у меня нормально. Я знаю этот вкус, это мой самый любимый сок. Понятно, что ты знаток сока. Всю жизнь я не жил. Только это и покупал. Ты ж не просто пей, ты еще раз пробовал. Это не шуми. Клубника тут есть? Да. Хорошо, дальше пойдем. Банан? Да. Все? Еще только два ингредиента? Да. Я беру свои слова обратно. Это мой любимый, это мой второй. Смотри. Да, то есть сейчас подведем итоги. Но все-таки... Если сейчас сварится, меня кое-что тут пришибло, да? И на этой прекраснейшей ноте мы закончим видео, да, мама? Продолжение следует. А на выходных продолжение следует, мама, где делать макияж. Я с удовольствием еще готова поучаствовать во второй серии, что угадывала продукт. Мне понравилось. Хорошо, будет вторая серия какого? Именно продукта, как на море было? Ну да, ну можно просто другой вариации, если захочешь. Ладно, будет вторая серия, так что ждите. Когда-нибудь, может быть. Восстановлю. Да.